Так. С Нового года 14 дней прошло, я смотрю. Написано, 13 января вышла патч 3 к Hello Neighbor 2. Много всякой штуки тут написано на английском языке, но есть некоторые штучки-фиксы в DLC, что нам больше всего, в принципе, интересно. Давайте переведем на русский и почитаем. Привет, соседи! Так, а мы немножко потише музыку сделаем. Так. Привет, соседи! Наша команда продолжает усердно работать над улучшением игры с каждым обновлением. Большое спасибо за обратную связь, которую вы делитесь с нами. Это очень помогает нам, и мы очень ценим это. Сегодняшнее обновление Hello Neighbor 2 содержит множество улучшений UX и AI. UX и AI анимации визуальных эффектов, улучшений VFX, обновленного инвентаря, исправление ошибок в основной игре и в DLC, а также многое другое. Если у вас есть какие-то проблемы в игре, сообщите нам об этом на сервере Дискорда или в обсуждениях в Стиме. Hello Neighbor 2, примечание к выпуску исправления номер 3. Давайте читать, мне это очень интересно, что они там поисправляли. Функция захвата искусственного интеллекта была улучшена и стала еще более пугающей. То есть сосед теперь как будто бы меня хватает за шею и будто бы душит и перекидывает и кидает на пол. Как будто бы меня скидывает на пол, да? Такой тупо армрестлер. Боксер какой-то. Боксер или же этот самый UFC-шник. Фуа, бросок. Мы обновили существо... немножко в голове крутится, когда долго на него смотришь, вот так. Мы обновили существующие анимации, добавили несколько новых анимаций захвата игроков для персонажей. Функция захвата стала умнее внутри. Вы больше не в безопасности, гораздо более широком спектре ситуаций. То есть... ловить нас будут более активно. Интерфейс инвентаря был переработан и улучшен. Переработан и улучшен интерфейс инвентаря. Ручка появилась. По-моему, раньше пальца не было. Или был, я уже запутался. Не знаю. Интересно, читаем дальше. Предметы теперь будут корректно отображаться лицом к игрокам в инвентаре. Теперь будет корректно отображаться лицом к игрокам в инвентаре. А что, раньше не лицом отображались? Попой, что ли, боком? Не замечал такого. Ладно. Навигация была значительно улучшена, сделав ее более интуитивно понятной. Искусство и анимация. Паровозик такой мы помним с вами. В самом начале, по-моему, был. Или где? На домике, да, детском? Добавлено много новых визуальных эффектов в разных локациях. Игровой мир теперь кажется еще более живым. Многие... реквизиты, текстуры и анимации были улучшены как для основной игры, так и для DLC. Добавлено несколько мелких роликов и анимаций. Мы заделали несколько выбоин на дорогах и установили там сям заборы. Угу. Улучшено освещение в домах и на улице. Добавлено и улучшено множество звуковых эффектов. Кабинет Квентина был значительно улучшен и доработан. Теперь там можно найти еще много интересных деталей и элементов декора. Вот это зеркало тоже так долго смотришь на него, начинает как-то в голове немного кружиться. Или я такой впечатлительный, или это оно? Такое сам по себе. Не знаю. Ученик по игре. Учебная головоломка была переработана, чтобы сделать введение в основы игры более последовательными и информативными. Навигация игрока. Мы улучшили пути для игроков, чтобы упростить навигацию и исследование Равенбруска. Элементы управления. Улучшено управление геймпадом. Можете настроить раскладку геймпада, выбрав один из нескольких предустановленных элементов управления, которые лучше всего соответствуют вашим предпочтениям. Дополнение к... О, исправлена катсцена в конце DLC Late Fees исправлена. Исправлена ошибка, из-за которой замок не отображался на двери в подвале дворника. Исправлена ошибка, из-за которой модели собак-дворника могли пропускать текстуры во время сна. Книги в библиотеке больше не парят в воздухе. В школе больше не будет белого квадрата на потолке. Исправлена ошибка, из-за которой дрон не появлялся в бесплатной игре после боя с боссом. Это не понял.
Исправлена ошибка, из-за которой игроки не получали уведомления о перезаписи файла сохранения при создании новой игры. Из-за которой ползунок в настройках звука не соответствовал скорости курсора. Ошибка, из-за которой мэр мог застрять в текстуре граммофона при попытке его выключить. Доска в амбаре больше не висит в воздухе. Игроки больше не могут выбраться из клетки во время битвы с боссом. Исправлена ошибка, из-за которой Аарон помещался в неправильное место во время финальной заставки. Из клетки выбраться. А может, в конце типа имеется в виду, да? Аарон помещался в неправильное место во время финальной заставки. Ошибка, из-за которой время не менялось в ролике с газетой в подвале дома соседа. Угу. Некоторые объекты не загружались в ролике прибытия. Ошибка, из-за которой модели столов могли отсутствовать в ролике пробуждения в офисе. Колеса автомобиля. Это непонятно. Отсутствовать в ролике пробуждения в офисе. Автомобили больше не будут выступать сквозь стены в сцене прибытия в сарае, который на голове Квентина под повязкой могла быть видна кепка, из-за которой некоторые игроки могли застревать у модели валуна в русле реки. Ошибка, из-за которой игроки могли застревать на веранде у таксидермиста или пытались залезть на шкаф, а если пытались... из-за которой проигрывался звук открывающейся двери чердака. Не проигрывался звук. Не проигрывался звук открывающей металлической двери на чердаке. Некоторые игроки слышали повторяющийся звук открывающейся, закрывающейся двери при перемещении по чердаку. Исправлена ошибка, которая могла препятствовать воспроизведению звука в сцене после битвы с боссом. А... где хотя бы слово о том, чтобы сохраняться можно было вообще в игре? Ни одного слова про сохранение не написано. Единственное, что сохранение там было, когда новую игру ты начинал, там где-то было сохранение, когда ты новую игру начинал. Вот это там было, такая информация. А так вообще ничего не написали. А обновление еще до конца не дошло. Надо еще игру саму запустить. И глянуть, как оно в DLC-шке будет, эта беготня происходить. Но пока что как-то, такое. Итак, я запустил игру после обновления. Она занимала примерно 1.5 гигабайта. Плюс там еще это самое, подтягивали всякие проверочки, замена файлов. Нажмите любую клавишу. В главную очередь нас интересует... Так, назад. 1.2.0.5 версия. Графоний, дальность текстуры, зрение, тени, аудио, в принципе, все. Ок, тут было. У меня главную очередь. Настройки, сбос прогресса. Не-не-не-не-не. Дополнение, наверное. Если нажму продолжить, меня с какого момента загрузят? С этого, с дополнения? Ну, или как? Ну, допустим, нажму продолжить, окей. У меня там последний раз, когда я играл... в этот самый, в версию DLC, по-моему, меня сначала сразу кинули. Я даже не помню. Я нажал продолжить, а меня вообще в главную игру повели. То есть сохранение они не добавили. Вот. Сохранение не добавили. И получается, постоянно нажимая продолжить, нас будут загружать. Сейчас, по идее, я буду в клетке сидеть, если я так правильно все понимаю. Это последнее сохранение в игре. Ну, я так себе представляю. Кстати, вышло когда третье обновление. Обычно у меня на канале основной контингент вечно требует у меня в чате, чтобы давай нам соседа. А вышел третий патч, ни один человек мне не сказал, пока я сам случайно в рекомендациях в сообщество Tiny Wild, да, не заметил сообщение про то, что... А, ну да, вот мы в этом вот находимся. В этой вот... комнатки с клеткой, которые мы должны выбраться. Ой, подлагивает. Сейчас когда текстуры прогрузятся. Ну, как бы играбельно вроде, бегать можно. Вот наша там миссия была. Хорошо. Он, ну, как бы подлагивает, но может оно сейчас растормозится. Играбельно. Хорошо. Наше последнее сохранение. Выйти. Наш. Вот там нас волнует эта вот игрушка.
Сейчас мы немножечко побегаем в не ту игру, дополнение. Какие-то миссии, какие-то, даже не миссии, а какие-то действия выполним, какие-то по игре. Я что-то поделаю, попрыгаю, поделаю. Ну, я не знаю, будет ли в этот раз выкидывать. Ну, не то, что в этот раз, а после третьего патча будут ли опять вылеты. Я прошел половину, получается, DLC, а меня потом выкинуло из игры ошибку. Может, у меня комп слабый, я не знаю. Вот мы сейчас типа сначала начинаем. Это и было такое начало. Вот. Мы тут бегали по этому вот школьному автобусу, что-то там. Так, инвентарь. Так же раньше было, по-моему. С пальцами. Или не было с пальцами. Это я немножко не помню. Ну, ладно. Неважно, на самом деле. Бум-бум-бум. Кранчик. Кью спрятать. Значит, наша сейчас задача посмотреть, что-нибудь сделать в игре. Какой-то процесс в игре немножко пройти. Оп. Сцена. Собачкин. Сторож этот. С ведром на спине мужик. Мне кто-то писал в комментах. А будет еще игра про мужика с ведром на спине. Чине. Ой, откуда знаю. Так, пойду, наверное, собачку. Там ключ, заберу у собаки ключ. Открою ту комнату, и будет какое-то действие. Это я уже, в принципе, помню, как делается. Нельзя бегать. Или это я уже бегу. Квентин, Квентин, Квентин. Оп, оп, оп. Очень сильно меня беспокоит то, что нет в DLC сохранений. Я не могу сохранять DLC пройти за один заход. Я хочу сохраняться, иметь возможность. Вот этот ключик. Вот смотри, мячик. И что ты его не берешь? Эй, о! Молодец, я теперь далеко не закидывал. Листья. Калитка не поддается. Вот, допустим, я до этого момента дошел, да, с вами? Вскрыл, допустим, открыл. Но, в принципе, этого уже может быть хватать. И так, вот уже какие-то же элементы я взял. Тут даже где-то вот, допустим, взял, добавил вот. Вот тут у нас на фактически стрелочка была вот здесь. Чуть-чуть под... Больше мешков стало? Почему на серединке, а не на, четко на линии? Может, больше мешков добавили? Интересно. Интересно, девки пляшут. Интересно, девки пляшут. Тут мне было тоже интересно. Один мешок там, кстати, был. Почему-то здесь вообще ничего не было за это. Возле... С этой стороны тоже могли какой-то мешочек оставить. DLC-шку вряд ли прям переработали как-то сюжет. Что-то я в этом сомневаюсь. Что-то я в этом сомневаюсь. Так, что мы еще должны поделать? Ого, как быстро побежал он у меня. Неожиданно быстро побежал. Какая-то вот... Как-то немножко поярче, что ли, стало это вот все дело. Как-то поярче, что ли, стало. Или я себе придумал. Но я же какие-то части... Вот какую-то часть игры, по сути, бы... По сути, я уже какую-то часть игры уже прошел. Какие-то элементы части игры. То есть, по идее, бы автосохранение должно... Он бежит. Вот это он идет. Это бежит. Это идет, это бежит. Это идет, это бежит. Ладно, иду вниз. Оп. Мешочек. Мешочек вари. Мешочек не вари. Так. Идем наверх. Сейчас мешочек там мутанем. Прожектор подцепим. И думаю, на этом пока что все. Хватит. Хватит всякие. Сильно заигрываться не хочу, потому что если сейчас выйду с игры, меня же не сохранит. О, выбираем, допустим, мешочек. Закидываем. О. Как-то оно как-то теперь не вровень идет. Это меня немного настораживает. Два мешка закину. Иду еще прожектор подцеплю сейчас. Прожектор мы цепляем. Вот здесь очки. Вот тут очки. Прожектор. И собака, кстати, сейчас посмотрим, как будет на нас реагировать. Собачка! Где ты? Может, лучше одну? А где вообще теперь в этот раз собака делась? Собака-убивака, ты где? Я вижу только каких-то... Каких-то вижу своих подписчиков.
сидящих. Это мои подписчики, подписнички мои. Какой звук? Бум-бум. Надо разморозить, потому что. Вот мои подписнички, вот мой один подписничек. Вот мой второй подписничек, злой такой. Злится, что я не снимаю ему соседа каждый день. Соседа, да. Ой, там еще один подписничек. Так, а что мы тут? Кстати, тут... А, это надо даже как-то... А раньше шторы... Разве... Раньше шторы разве не были открыты сразу? Не понял. А что со шторами? Как их открыть теперь? По-моему, раньше шторы сразу были открыты. О, открылись. Пошел тогда сюда. Отдай. Отдай. Не пошло, не пошло. Понял. Идем наверх. Тип. Ой, еще один мой подписничек. Куда? Надо как-то наверх зацепочек сделать. Паркур не удался? Почему-то. О, тут зацепился. Еще один, кстати, мешочек. Мешочек не вари. Так, я не заметил, что у меня как-то бы сильнее бы игра глючила. А, хоть у меня там вроде бы как на довольно высоких требованиях игра стоит. Но момент заключается в том, что я записываю плюс стримчик веду. Поэтому, так, раз прожектор, два прожектора. Не хватает одного... Подожди, вот там прожектора одного еще не хватает. Который лежит неизвестно где. Ну все, в принципе, я что-то сделал в игре. Попробуем еще один раз, может быть, попасться нашему дружбану. Попасться. Попробуем разочек. Цветок мы должны как-то оживить. Нужен быть пульт управления, чтобы свет дать цветку, чтобы он ожил, судя по всему. Где найти пульт, я пока что не знаю. Не знаю, и все. Это, по-моему... Это мы ворону тут создавали. Так. Не так. Как? Не так. Ну так же было. Не так? Поменяли что-то с этими воронами? Где ворона? Во. Ага, тут посередине нужно. А это так и не изменили. Нажимаешь и букву. Выходишь, а он опять его открывает. Баг так и остался. Открываешь, смотришь, нажимаешь еще раз на и, он опять его открывает. Не исправили ошибку. Есть. Планеты начали двигаться. Ну там еще один мешочек. Но нам это сейчас не важно. Совершенно. Нужно найти этого, чтобы нас словили один разочек. Может быть, так оно сохраняется, после того, как тебя ловят. Где он? Где этот милый человек? Милый человек. 52. Кстати, это пароль, по-моему, к тому счету. Мы когда разморозим, наверное, получим вторую часть. Милый человек, вы где? Милый человек. Как мне вас привлечь? Милый человек, вы где? А где реально этот вот жулик? Жулик, мне нужно, чтобы ты меня словил. О. А здесь что? Тоже что-то вода какая-то должна течь. Как мне привлечь внимание этого жулика? Как мне сделать так, чтобы он меня разочек хотя бы сцапал? О, еще один мешок нашелся. Баллончик. Вот, ломик. Еще и ломик нашел случайно, но это очень хорошо. Просто великолепно. И как же мне теперь его привлечь внимание? Столько вещей всяких. О, смотри-ка. О, это же вентиль. У меня перебит инвентарь. Коробка? Я могу наконец-то в этой игре поднимать коробки. Это невероятно. А что за дверь? Подъемчик наверх. Кравчик, который был подперт стулом. Перебит.
Я могу реально пинать коробки. Футбол могу играть коробкой. Прикольно. Вот это поворот, конечно. А где сам этот жулик? Мне нужно это спихнуть, наверное, куда-то. Сжечь, сжечь, сжечь. И нашел вентиль. Мне нужно найти жулика, чтобы меня стапал. Жулик, ты где? На первом этаже, что ли, где-то? Или это и есть первый? Я уже запутался напрочь. Где он? Сторож, как? И собак не было. Подожди-ка, собак нету вообще. А это что такое? Это как понимать? Не, ребят, мы так не играем. Это какой-то, походу, баг. Что это за ключ, торчащий в воздухе? Это как понимать вообще? Это они выпустили патч новый? Что за ключ торчащий? Я так не играю. И у меня, по-моему, загрузка игры произошла вообще без мужика. Без мужика. Я не вижу его нигде. Где мне тебя нарисовать, дружище мой? Я всю... Ну хотя бы собачка с ключом бегает, на том спасибо, да? Ой, еще и подлагала все. Ой, бегу лагает. Ой, бегу лагает. Сейчас еще с игры выкинет. Ой, ощущение, что сейчас вообще с игры выкинет. Вы видите, как лагает начало? Ну, нормально же игра работала. А тут бамц, и пошли чудеса. С зависаниями. Это как? Это можно играть в это? Вы считаете, это можно? Это доделанная игра? Мне кажется, не очень. Как это бросить теперь? О, пошла жара. Это же невозможно. Это же... Нет, это не надо. Это... Как это? Как это? Я дальше так не смогу играть. Надо явно перезапускать. И мне нужны еще какие-то мешки. Это какая-то полоска. Что за полоска? Вы ее видите? Синяя полоска какая-то. Вот что-то за странная синяя полоска. И начала подлагивать. Может, растормозит как-то? Может, мы зашли сюда в подвал из-за этого? Вот это так лагает. О, тут уже поменьше стало лагать. Все, лаги прошли. Но мужика нету до сих пор. Я его видел. Вы тоже его видели. Мы вместе с вами его видели, мужика. А уже нет его. И ключ в воздухе торчит непонятный. Как мне хоть бы взять можно было бы. А кто и взять нельзя. И мужика нет. Баллончик нашел. Мужика нет. Грустно как-то быть мужика. Так. Так, это у нас этот кабинетик. Это у нас вот этот кабинетик. Это у нас вот этот кабинетик. Не знаю пока что, что происходит с этой игрой, но явно что-то не то. Но пока что терпим, терпим. Берем вот этот замечательный вещь. Берем этот замечательный вещь. Если бы я еще помнил, где еще мешки лежали, вот эти, можно... Можно было как-то разморозить, может быть. А может мне того тепла уже мне хватает? Главное его сюда пришпандерить. Повернул. И чего? Жар пошел или не пошел? Неа. Не пошел где-то. Да а что бы ломиком это не сбить? Да и все. И не морочить себе яйца. А, все, я вспомнил. Еще один мешочек вертелся же сверху, по-моему. Кстати, это нельзя снять. Это снять нельзя, это снять нельзя. Нам нужна лаборатория. Класс лаборатории с мешочком. И тут есть тоже... Дырчание определенное. Определенное дырчание присутствует. Определенное дырчание присутствует. Есть мешок. Раз. Ну сразу наверх погляжу, что там. Может, там нужно было ломик применять? Или там замок нужно было открыть? Я уже не помню. О, зацепился. Решетка и какая-то крутилочка какая-то. А, это для флага, по-моему. Все-все-все вспомнил. Ну, тут мы не пройдем. Тут мы не пройдем. Ладно. Спускаемся по-честному, аккуратненько. Бумц-бумц-бумц. Я вот не знаю, нужны ли мне тут сейчас уже прям эти капсулы. Или не нужны. Или нужны, или не нужны. Так, это на флаг. Значит, нам нужно сейчас пойти в котельню обратно, подзаправить, и оно растопится. Идем ее, эту котельню, искать. Никого нету, ни одного мужика нету, ни охранника. Куда они все позапропастились, я не знаю. Вот так загрузилась у меня игра. Хоть ты стой, хоть ты падай. Вот такие вот дела. Так, теперь идем сюда. Берем вот это, кидаем.
подымется на то, что мне нужно, на тот уровень, на красный. Надеюсь, этого хватит сполна. Ну, надежда, как говорится, убирает последний. Значит, идем. Скажите, у меня еще тут чаечек есть. Можем еще заценить. Так. Вставляем. Бамц. Крутим. Есть у нас вот такая вот вещичка под названием ключ. Ключ, нарисованный часами. Ключ какой-то очень интересный. Как-то мне бы этот ключ как-то бы достать. Ну-ка, ой. Подлагало все, жестко подлагало. Я не знаю, все зависло прям. Красное. Ничего не трогаю. Жду. Либо сейчас вообще с игры выкинет. Я играю буквально минут 15. О, пожалуйста, показываю свой экран. Или вы сами сейчас все увидите. Показываю свой экран. У меня ошибка опять вылетает. Вот такого плана. Мы можем что сделать? Посмотреть, что тут написано. Всякие такие вот... Это всякая ерунда. Но так невозможно играть. Игра недоделана. Почему она вылетает? Игра недоделана. Send and close. Send and close мы с вами говорим. И прощаемся пока что с соседом до следующего обновления, потому что нету смысла проходить, потому что я думаю, сейчас, если я загружусь, я снова сначала начну. Но мы это сейчас проверим. Значит, загрузил я обратно игру, и продолжить нажимать нету смысла, потому что мы и так загрузимся как бы в основной игре. Попробуем нажать дополнение и выбрать опять же... Тут нет такого, не загрузить игру, никакого раздела с файлами сохранения нету, ничего нет. Почему этого нельзя сделать? Дополнение и, допустим, играть. Хочу я играть опять дополнение. И хочу играть. Играть хочу с того момента, где меня выкинуло. К примеру, меня выкинуло. А меня с самого начала, пожалуйста. Опять нужно брать свои вещи. Меня на самое начало. Ну, нету смысла в это играть. Не доделано. Пока не будет нормального обновления с сохранениями, я все. Я больше не буду вообще это запускать, потому что это издевательство. Издевательство. Имеется в виду записывать, больше ничего не буду, пока не будет нормального обновления. Пока-пока! Пока-пока!